В Южной Осетии состоится инаугурация Алана Гаглоева. На торжественное мероприятие приедут делегации из России, Абхазии, Никарагуа и других дружественных стран. Россию представит начальник управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, замминистра экономики Дмитрий Вальчар и сенатор Фарид Мухаммедшин. В Южную Осетию приедут и глава Северной Осетии Сергей Миняйло, руководители внешнеполитических ведомств ЛНР и ДНР Владислав Дейнега и Наталья Никонорова. Кроме того, вице-президент Абхазии Бадра Гунба, глава Министерства внутренних дел Нагорного Карабаха Давид Бабаян, посол Никарагуа в России Альба Асусена, Торрес и другие гости. В 11 часов по московскому времени Алан Гаглоев присягнет присягу народу в зале Государственного драматического театра.